Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если вы меня слышите, кто меня слышит, поставьте, пожалуйста, плюсик такой, плюсик. Плюсик, чтобы мы понимали, что все у нас технически работает, все у нас как бы нормально и хорошо. Все, прекрасно, здорово. Значит, уважаемые коллеги, я всех рад приветствовать на сегодняшнем нашем мероприятии. Прежде всего, наших многоуважаемых докладчиков, да, Максима Николаевича. Вот, рад видеть, давно не виделись. Значит, я скажу несколько слов по технической части. Уважаемые коллеги, кто у нас... так, где я? Всех приветствую. Да, значит, я скажу пару моментов, касающихся чисто технической части. Значит, первое. Смотрите через Google Chrome, я специально эту заставочку поставил, и работайте через Google Chrome, иначе, ну, будет плохо работать. Следующее. Если что-то вылетает, или звук, или видео, просто перезагрузите браузер. Третий момент очень важный. Те, кто у нас сейчас выступающие здесь, коллеги, большая просьба, никакие кнопки особо не нажимать, так вот не лазить вслепую, не тыкать, потому что можно на что-то нажать, и как бы слетит либо запись, либо видео, либо еще что-то. Вот. Как менять кнопочки туда-сюда, вы все видите. Значит, я предлагаю такой регламент. Я сейчас коротко скажу такое вводное слово, потом после этого я предоставлю, я сам пропаду, для того, чтобы не тратить трафик. Вот я специально такой слайд приготовил для вас, что сейчас в связи с коронавирусом трафик возрос на 50% практически по миру. И все вот такие вот школы, университеты и всякие прочие вещи перешли в онлайн-образование. Поэтому, собственно говоря, ну, все вы это знаете. Поэтому трафик возрос очень сильно. Вот эти вот серверы, они испытывают очень большую нагрузку, и может что-то вылетать. Поэтому, чтобы лишний трафик не жрать, я себя отключу потом. Вот. И кого-нибудь из вас, коллег, я тоже отключу, вы не обижайтесь. Вот. Кто-то выступит, а я отключу, а потом включу. То есть я буду как модератор работать. Так, значит, если какие-то вопросы есть, все пишите в чате, либо мне, вот как-то это самое можно по Фейсбуку, у меня Фейсбук включен, либо по телефону, либо еще что-то, это касаемо докладчиков. Дальше, что еще хотел сказать. Вот эти все наши онлайн-мероприятия мы, откровенно говоря, ведем с января 2017 года на сайте, на портале eduflibology.com. У нас там достаточно много уже всяких онлайн-курсов. То есть, на самом деле, вот те, кто у нас учится, я смотрю, очень многие присутствуют здесь, вот все эти онлайн-посиделки, онлайн-коллоквиумы, это такая маленькая толика из того, чем мы фактически занимаемся. У нас создана система, такая настоящая, хорошая система дистанционного обучения. Вот, которая проводится в специальной системе Moodle. Кто знает, не знает, систему Moodle используют все ведущие университеты мира. Ну, собственно говоря, мы от них не отстаем. Несмотря на то, что в России нету такой специальности флеболог, ну, вы все об этом знаете, флебологов у нас пока нету, вот, мы пошли дальше всех, вот, и создали такое вот образование, обучение по флебологии, которое включает в себя как бы 4 ступени. Первое начальное – это общий курс. Все ступени по 72 часа в виде тематического совершенствования на 72 часа. В конце выдаются сертификаты государственного образца, ну, как положено. Первая ступень – это общий курс флебологии, где такими широкими мазками мы рассказываем о том, что такое вообще за флебология, что это за специальность. Это ступень такая, этот курс, он приготовлен, создан для врачей, которые раньше флебологией особо не занимались. Ну, вот хотели бы посмотреть, понять для себя, может, стоит этим делом заняться. Вторая ступень – это ультразвуковое исследование вен. Все понимаете, что заниматься венами сейчас без УЗИ, наверное, ну, совершенно бессмысленно, надо как-то это осваивать. Там очень хороший дистанционный курс, практически все делаю я сам. Вот, в том числе выступал как программистом. У нас там много всяких видеопетель, как вот эти вот там рефлюксы, тромбы и все остальное. Так оно все очень интересно. Третий курс, третья ступень – это эндовенозная лазерная облитерация. Основной, наверное, метод на сегодняшний день уже лечение варикоза. Ну и самая такая высшая ступень – это склеротерапия вен. Почему это высшая ступень? Потому что на самом деле склеротерапия – это самое сложное, с моей точки зрения. Я думаю, что многие коллеги меня поддержат. Это гораздо сложнее, чем лазерная облитерация, комбинированная флебоктомия. Как бы это ни казалось, просто набрать шприцем чего-то и сделать укол. Очень много нюансов, очень много таких вот подвохов. У нас сейчас есть... Кроме вот этих вот 4 ступеней, у нас есть отдельные такие мелкие курсы, узкотематические. Один из этих курсов сделал Турагинский Роман Александрович по своим вот исследованиям. Он, вы знаете, у нас проводит такие очень большие серьезные научные исследования, публикуются в серьезных журналах.
зарубежных, мы еще можем ему помогаем, в том числе сделали вот такой для него курс обучающий, он называется «Венозный рефлюкс». Кто на нем уже учился, уже достаточно много людей на нем учились, не дадите мне соврать, что вещь потрясающая, уникальная, суперинтересная, поэтому мое мнение такое, каждый, кто считает себя флебологом, должен это дело пройти, потому что рефлюкс – это не то вообще, о чем мы думаем. Есть у нас такое небольшое тестирование, которое состоит из 100 вопросов. Мы 5 основных флебологических тематик разбили на 20 вопросов, точнее 100 вопросов. 5 тем, это всего по 20 вопросов на тему, где каждый себя может протестировать и понять, на каком уровне подготовки по флебологии он находится. Все это бесплатно, в конце выдается вот такой сертификат красивый на стенку. Вот там, если присмотритесь, лица всех знаменитых флебологов, даже Ринфляйш там есть, кто знает, кто такой Ринфляйш. Вот. Это курс чисто автоматически, его правильность, неправильность оценивает не я, оценивает автоматика, поэтому если кто-то курс пройти не может, потому что не хватает знаний там или еще чего-то, ну, никто об этом не узнает, это сохранится между вами и роботом в тайне, потому что автоматика все делает, я к нему не касаюсь. Очень важный момент, который хотел бы подчеркнуть сегодня. Мы все против коррупции. И у нас все эти мероприятия, они не спонсированы, не ангажированы. Вот если кто-то у нас есть спонсор, ну, мы всегда в начале выступления говорим, что вот у нас присутствует какой-то такой-то спонсор. Вот, ну, наверное, 90% всех наших мероприятий это не ангажировано. Поэтому можно говорить абсолютно все, что угодно. Можно ругать, можно хвалить. Вот, все, что хотите, все можно говорить. Абсолютно такая открытая площадка, мы ни с какими фармкомпаниями не работаем. Можно задавать абсолютно любые вопросы. Вопросы можно задавать в чате. Вот. У меня был один знакомый, такой близкий в Москве, кинорежиссер. Он говорил, я снимаю любые фильмы, вот абсолютно любые, про все что угодно, кроме двух вещей, кроме политики и порнографии. Поэтому вопросы можно задавать любые, кроме политики и порнографии. Вот. А так все что угодно. И последний момент, о котором хотел бы вам сказать. У нас есть возможность подключения кого угодно. То есть, в принципе, мы можем вас, даже если у вас хорошая камера, хороший канал связи, подключить в виде какого-то лица и с вами побеседовать. Либо, может быть, у вас есть какие-то свои мысли, свои идеи по поводу того, чтобы вот выступить у нас здесь на нашем онлайн-коллоквиуме, что-то такое рассказать. Кто чего не знает, у нас площадка открытая, пожалуйста, пишите. Пишите, пишите, пишите. Значит, я сейчас исчезаю.